Добрый день, уважаемые зрители видеоканала «Планета Дзюдо». Я Роман Карасев, рубрика «Библиотека боевых искусств». И сегодня мы продолжаем знакомить наших видеозрителей с научно-методическим сборником «Хиден». Автор Алексей Горбылев, известный историк в области боевых искусств, исследователь, мастер боевых искусств. Это 10-й выпуск этого замечательного сборника. В этом сборнике часть материалов посвящена исследованиям, а в частности это исследование Ма Минда Тунбэй «От рук, проходящих насквозь, до концепции полного постижения и всесторонней подготовленности. Краткое исследование истоков воинской науки Тунбэй». В переводе Алексея Горбылева. Очень интересный материал, насыщенный информацией, историей, истоками этого направления боевых искусств под названием Тунбэй. Также есть материалы продолжения исследовательского проекта «Система дзюдо» Ощепкова, Андрей Ларионов, «Воспоминания о возникновении и развитии самбо в Ленинграде». Очень интересный исторический материал, он насыщен фотографиями, датами, выписками из различных изданий того времени. Вот вы видите еще фотографии. Насыщенный материал для тех, кто изучает историю самбо, для тех, кто изучает боевые искусства и историю боевых искусств. Дальше в этом выпуске, в 10-м выпуске, вы можете узнать, это большое обозрение, опять продолжение, большое обозрение карате-до, перевод Алексея Горбылева, на косоны Генва, карате-до, кихон-ката, базовые ката карате-до, и Фудзита Сейко, Дорон-рон, мемуары последнего ниндзя. Продолжение, уже в предыдущих номерах эти мемуары были напечатаны, а это продолжение. 10-й выпуск очень объемный, 326 страниц. Здесь также он много есть иллюстраций, где можно посмотреть, почитать. Вот видите иллюстрации, картинки. На самом деле этот сбор, вообще каждый сборник Алексея Горбылева, каждый выпуск научно-методического сборника «Хиден» насыщен очень полезной информацией для тех, кто изучает боевые искусства, практикует. Здесь можно что-то для себя новое подчеркнуть, узнать что-то уже, что знали, дополнить какими-то новыми фактами из истории боевых искусств, из тех школ боевых искусств, которые нам уже знакомы или которые мы еще не знаем. Вот такой сборник, научно-методический сборник «Хиден. Боевые искусства и рукопашный бой». Выпуск 10. Рекомендую каждую библиотеку мастера боевых искусств.